5 июня на базе Республиканского центра образования в городе Каспийске состоялось соревнование по судомодельному спорту. Стоит подчеркнуть, что турнир является республиканским. В связи с этим в нем приняли участие дети с разных городов и районов Дагестана. В этом году участвуют 5 городов, такие, 5 команд из Каспийска, из школы РСО отдельная команда, из Махачкалы, из Бербаша и Хасавюрта. В общем, участников 50. По словам главного судьи турнира по судомодельному спорту, кружок судостроительства активно развивается, а именно проводятся различные соревнования с привлечением юных талантов. Ребята собирают модели судов, либо сами придумывают, либо которые уже есть, и запускают их. Если запустить прямо, попасть 100 баллов, получится не прямо, чуть правее, левее, уже меньше баллов. Они борются за первое место. У кого больше баллов, первое место. Цель данных соревнований – это привлечь детей к судомодельному спорту, к техническому творчеству вообще в принципе. Мы подготавливаем будущих инженеров, будущих механиков. По результатам турнира победители получат грамоты от Министерства образования и РЦО. Отметим, что организаторами конкурса выступил Центр детского технического творчества.